Сарепта – это удивительное место на Земле. Это кусочек Земли, очень близок мне, потому что мои родители здесь родились, мои деды здесь родились, и по зову Екатерины Великой прибыли сюда из Саксонии, из Германии. Мои родители здесь крестились и венчались в этой церкви на площади, вот которую вы увидите, еще белоснежная наша церковь. В 1941 году, когда началась война, российские немцы были сосланы как по национальному признаку. А наша семья попала в Казахстан. И поскольку мама была беременна мной, и я родилась в Казахстане. Но я считаю свою родину Сарепту, потому что здесь корни мои все. Конечно, в трударьме это очень сложный период жизни наших отцов, дедов. Но дело в том, что они своим трудом, наши родители, будучи в трутарьме, как где они работали? На шахте, на лесоповале, добывали рыбу, добывали уголь. И вот это вот все они приближали своим трудом победу.